Приветствую, и вы знаете, очень обширный у вас вопрос, как понравиться парню, почему обширный? Да потому что для того, чтобы понравиться человеку, нужно, вообще-то говоря, сперва определиться со своим интересом, определиться со своими желаниями, стремлениями, с тем, что вам нравится, с тем, что вам не нравится, с тем, что вы можете дать мужчине, с тем, что вы хотите ему дать. И уже тогда потом завершать действия, направленные на вызов симпатию у человека. Значит, поначалу ваше общение с ним, оно касается каких-то общих моментов. И сейчас вам нужно занимать позицию такую, знаете, независимую. Не писать первый, хотя если очень хочется, то можно, но лучше не писать первый. Самостоятельно не проявлять инициативу на общение, по крайней мере постоянно, но очень-очень позитивно, радостно реагировать на то, когда мужчина сам проявляет к вам внимание. То есть он показать ему, что вы ему рады. Далее следует в отдельном порядке обязательно узнать, какие интересы у человека, что ему нравится, о чем он любит разговаривать, что он не любит и так далее. И по возможности поддерживать разговор на эту тему. Тут важно понять одну ошибку, которую люди допускают, когда речь идет об отношениях. Они думают, что все зависит только от них. На самом деле это не так, и все зависит не только от них, но и от партнера. То есть, если мужчина, молодой человек, не предпринимает никаких шагов для того, чтобы как-то вам понравиться, чтобы узнать ваши интересы, как-то сблизиться с вами, то у вас, соответственно, этого тоже не получится. Отношения всегда это следствие взаимного интереса двух людей. Если интерес только с одной стороны, то, соответственно, отношения также будут однобокими. Это нужно помнить. Дальше. А дальше многое очень исходит из интересов молодого человека и вообще его особенностей. То есть в процессе взаимодействия с ним вам нужно, вы будете понимать, что вообще он для себя делает основным главным ориентиром. Что ему интересно, на что он обращает внимание, что ему важно. И вот вы это будете сопоставлять со своими интересами. Вы это будете проецировать на себя и понимать, готовы ли вы с молодым человеком разделять его взгляды, его интересы, как-то подходит ли они вам, подходит ли его особенно. Мне бы не хотелось вас как-то останавливать на пути сближения с ним, но поскольку вы пишете, что у вас есть страх, вы пишете, что вы боитесь испортить, боитесь там и так далее, вы пишете, что боитесь, у вас не получится быть веселым, интересным, необычным и так далее. Так вот, бояться этого не нужно. Как правильно написала коллега, лучше, если вы будете самой собой, но при этом, нужно понимать, что ваш страх, он касается
только ваша личность. То есть это только чисто ваше ощущение. И, соответственно, раз это ощущение только ваше, то оно и имеет причины, корни у вас, в вашем сознании. Значит, если вы будете бояться, то сознательно будете совершать действия, направленные к этому страху, к источнику страха. Значит, сперва нужно разобраться, почему вы в себе не уверены. Комплекс неуверенности у вас необходимо преодолеть, убрать неуверенность, повышать самооценку, гордость, самомнение, чтобы мужчина видел, что вы цените себя, что вы независимы, что вы не дрожите им настолько сильно, что готовы ради него там на все. Мужчина, и это, кстати говоря, очень важно, мужчине желательно не давать понять, что вы принадлежите ему полностью. Мужчине важно давать знать, что вы как бы по собственному желанию с ним сблизились. Вы захотели с ним быть, но вы не будете с ним, если что-то вам не понравится. Чтобы мужчина был в некотором тонусе, постоянном тонусе относительно вас. Тогда ему будет легче проявлять к вам интерес, он не будет расслабляться. Но если вы будете бояться, то ничего у вас не получится. Понимаете? А какие бы мы рекомендации вам не дали относительно того, как вам себя вести, если это будет не то, чего вы хотите, не то, что вам нравится, то, соответственно, они не сработают, потому что вы будете неестественны. Отсюда я, пожалуй, скажу вам так, что у вас есть идеал женского поведения, который вам нравится, который вас устраивает. Может быть, это какая-то актриса, может быть, это какая-то певица, может быть, еще какая-нибудь женщина. Постарайтесь этот идеал найти. Постарайтесь его придерживаться. Постарайтесь сделать так, чтобы он стал тем каркасом, тем базисом вашего поведения, которое до определенного момента помогает вам, будет вам помогать успешно осуществлять поведение с мужчиной. Но однажды и почувствуете, что вот тут вот вы хотите сделать по-своему, где-то вам тоже хочется что-то изменить. Это будет означать, что вы вышли за пределы своего идеала изначального и начали самостоятельно формировать свою личность как женщину. И вот это будет являться, собственно говоря, начало вашей самостоятельной жизни в личной сфере. Но без деятельности параллельно личной жизни, без достижения успехов, не связанных с личной жизнью, без удовлетворения потребностей, не связанных с мужчинами напрямую, то есть это прям быть мужчиной, делать его счастливым и прочее, невозможны нормальные полноценные отношения. Сейчас вы боитесь, и отношения с мужчиной у вас робкие. Более-менее вы сблизитесь, и мужчина быстро поймет, что вы к нему привязаны, что вы боитесь его потерять, что вы боитесь
быть неинтересной и так далее, и так далее. Вы боитесь, что больше никого не встретите, потому что у вас маленький опыт общения. Поняв это, он начнет вами манипулировать. Конечно, может быть, нет. Конечно, может быть, ситуация будет такая, что он не начнет этого делать. Он окажется порядочным, честным и так далее. Но полагаться на это не стоит. Потому что риск слишком велик. Чтобы этот риск убрать, вам нужно для начала обрести уверенность в себе, чтобы выступать в отношениях в той позиции, в том положении, в которое вы хотите. Для этого необходимо, я уже сказал, определиться для себя, что вам важно, что вам ценно, что вам интересно, и стараться придерживаться этого. Не допускать нарушения личных границ со стороны мужчины. Не допускать ущемления ваших интересов, ваших желаний и так далее. И не делать ничего такого, что вам не нравилось бы, даже если есть угроза потерять молодого человека. Потому что, если вы сделаете ради молодого человека то, что вам не нравится в корне сильно, то вы потеряете себя. Потеряв себя, вы также теряете себя в отношениях. То есть это уже будет не вы в отношениях. Ну и отдельно хочется сказать о том, для чего вам мужчина. Вот какую цель сейчас вы преследуете, держа за отношения. Вам этот человек нравится, вы хотите быть с ним, или вами движется только страх? Вами движет страх остаться одной, например. Или вами движет желание показать обществу, допустим, что вы такая же, как все, что у вас также есть отношения, есть мужчины и так далее. Нужно определить, для чего вы хотите быть мужчиной, чтобы грамотно устраивать свое поведение. И не бояться расширять свой кругозор. Не бояться повышать круг своих интересов. Не бояться пробовать чего-то нового. Чтобы, по сути дела, вам было о чем поговорить с молодым человеком. Думаю, на этом можно пока закончить, потому что и так уже много получилось. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу вам. Если ответ понравился, сделайте его лучшим, пожалуйста, буду благодарен.